Вы смотрите канал «Улица Москвы», мы показываем Москву и ее окрестности. И сейчас находимся в городе Видное. Находимся мы, чтобы прогуляться по улице Строительная. Вот она идет параллельно Школьной. Сейчас свернем с Советской Школьной. Туда у нас получается. Строительная совсем небольшая улочка, узкая. Междворовой проездик такой. Ну вот, например, это какой 21 дом был. А вот это 19-й. Ну, совсем, конечно, такой провинциальный вид у этой улицы. Даже тротуара нет, наверное. Гаражи во двориках. Мы находимся совсем недалеко от МК тут. Даже километров 5 тут вряд ли будет. Но уже в Москве такого не увидишь. Ну, может, очень редко. Тоже интересно, конечно, побывать вот на таких улочках. Это не парадные, советские или школьные. А скрытая улица во двориках. Так вот там начало, знаете, появляться некое подобие тротуара дальше. Может, он тут не сильно и нужен, вот такой трафик машин. Но все равно. Но зато дворики зеленые. Прямо утопают в зелени.